Привитос, амигос. В то самое время, когда наша доблестная сборная России по футболу пытается побороть могучую сборную Молдовы. Вот, тщетно пока 0-0. Ну, блять, кто бы сомневался. Решил все-таки записать видос про Star Wars Battlefront. Многие писали. В последнее время вообще хотел посчитать, каких сообщений больше о том, что гайджины набирают себе видеоблогеров в сотрудничество или... Запиши Battlefront, пока там бетка бесплатная. Вот, сразу говорю насчет гайджина и сотрудничества. Пресс-аккаунт в сотрудничество не входит, как мне объяснили. Они закидывают вам на аккаунт золото, подбрасывают вам каких-то новостей. Ну, бля, я спал и видел писать видео про какие-то там новости. Кому они нахрен нужны? Мне так вообще нет. А качать технику своими силами? Вот оно мне надо. А, как будто я сам не в состоянии купить себе месяц према, блин. Тем более, есть люди, которые охотно на это дело донатят, как бы, и без всякого сотрудничества. Без таких условий, как, например, не ругайся матом, а, скорее всего, они его поставят. То есть, ну, тут борода. Это, подождите, это первый шаг только к сотрудничеству они сделали. Сейчас онлайн упадет еще 10 тысяч. И они расширят свои условия и будут с распростертыми объятиями брать вообще всех. Или у всех. Так, ладно, Battlefront, значит, две карты пока доступны, да, это на планете Худ или Ход. Парадокс тоже, планета Ход, Ход значит горячий по-английски, а тут снега. Или Drop Zone, зона десанта. Давай, зона десанта. Я, в общем-то, никогда не был фанатом Звездных войн. Вообще, Америка, америкосы меня удивляют. Они такое ощущение, что сидят и только и ждут того, чтобы на чем-нибудь рехнуться. Типа, ой, Властелин колец, все, блядь, толкинисты пошли. О, Звездные войны, все, ёпты, на Комик-Кон в костюмах штурмовиков, джедаев, бля, вонючих. И, или, что еще там? А, Звездный крейсер, Галак, этот, Интерпрайз, ё-моё, все, это вообще, они там на этом давно двинулись, там, покупать какие-то там комиксы, бля, раритетные, покупать какие-то пластмассовые, блядь, пиздюльки, там, игрушечки какие-то там 40 лет. Это для них считается нормальным делом. А сейчас они активно ёбаются на Игре Престолов просто. Мега активно, как я понимаю, судя по некоторым фоткам в интернете. Что это такое, бля? Да плевать я хотел, оставьте меня в покое. Так, штурмовик. Я поиграл минут 20 с утреца. Вот. Как начать-то? Да, сука. Чё нажать-то надо? Ёпта, пусти меня в бой, ёмана. Что это такое? Нахер мне это говно. Вот, суд... А, я же еще и с джойстиком в руках сижу. Вообще красавец. Как вид поменять? Оу, понеслась. Вот, поиграл с утречка минут 20. Скажу честно, это... игра, знаете, как Battlefield для тех, для кого нормальный Battlefield слишком сложный. Вот, то есть такая детская пиу-пиу. Не очень интересно. Это кто такой бежит? Ну, не то, что не очень интересно. Очень простая игра, на мой взгляд. Слишком простая, если не сказать примитивная. Когда-то давно с другом я играл в какую-то часть этого Battlefront'а. Не помню, в какую именно. Ну, я вам скажу, что игра на 3 дня. Ну, серьезно. Вообще ни о чем. О, марш имперских штурмовиков. Наверное, Дарт Вейдер вышел на битву. То есть перезарядки у оружия нет, оно только перегревается, здоровье восстанавливается автоматом, если уйти с линии вражеского огня. То есть, ну, максимальное упрощение во всем. В Джеди Академии по сетке было интереснее играть на мечах. Ай, собака, ну где команда-то? Чё же она нахрен не поддержит? Я не понял, как сесть в технику, как сесть в самолет, сука, как... Как вообще сделать хоть что-нибудь здесь? Как я понял, через какое-то время, как вроде примерно описали, через какое-то время дадут возможность куда-нибудь сесть, блядь, сесть. Вот, сука, у людей, вот, которые играют за ту команду, я вот не знаю, как перейти, но у них есть классная снайперская винтовка, которую можно иногда поюзать. У штурмовиков ни хера, походу, нет. Штурмовики какие-то абсосы.
Вот у тех прям с самого начала какая-то штука, граната и снайперка. Да, графоний красивый, в принципе, он корабли висят довольно эффектно. Возможно, что даже интересную компанию к игре могли бы прикрутить. Я бы во всяком случае прикрутил. Но, насколько я помню, по предыдущему Battlefront компания была такая же, как и PvP бои, только против ботов. Победил, прошел дальше. Не победил, дальше не прошел. То есть такая вот ересь была. Можно набить там сколько-то фрагов и взять джедаем поиграть. То есть... Где хедшот? Вот хедшот, да! Бедуин какого-то застрелил в челме. Наверное, игиловец. Не, графика зашибись. Вот так, тут камни прям вообще огонь, мне нравится. Как именно камни выглядят, текстуры камней. Еще один бедуин. Да ёб же ж ты налево. Что ж вы меня-то убили? Вон рядом чувак бегал. Молили бы его. Подождите. Как-то можно... Рядом с партнером, во. В самом замесе респануться. Я что-то ни хрена не понимаю, что надо делать на этой карте. На прошлой надо что-то удерживать. Блять, отлично. Это яма, из которой нет выхода. Как замечательно сюда попасть. Я не знаю, как они так прыгают, у меня никакого прыжка нету. Ну, сука, добей ты его! Ну, посмотрите, какой вафел, а! Ну, что за команда, бля? Даже в такую херню дегенераты играть нормально не могут. Это блядь... Не знаю, человек из World of Tanks стоит. Слева враг в упор его бьет прикладом, похеру. Я не вижу! Что происходит? Да пиу-пиу-пиу, блядь. Ну, хули удивляться, для них игру и сделали. Просто охереть, я понимаю, все играют первый раз, блядь, я в том числе. Ну, ёб твою мать, ты чё, блядь, слепой, что ли, ёпта? Сделай себе инсталляцию глаз каких-нибудь, блядь, нормальных. Сука, к окулисту сходи, ёб твою мать. Да пиздец по ногам. Лечь в этой игре, конечно, нельзя. Уже сейчас в шутерах довольно актуальная тема, что дают прилечь, присесть, там, в колде, в батле. Только в контре до сих пор нихуя нельзя делать. Только бегать и пиу-пиу, блядь. Я дегенерат, нихуя не умею. Пиу-пиу-пиу, блядь. Это игра на реакцию, блядь. Пиу-пиу. А это игра на возможности. Ну что опять за хуйня? Ну, блядь, они... Вот сука, вот эта читерная винтовка, я базарю. Надо как-то, блядь, за другую команду переходить. За эту команду нехуй ловить. За штурмовиков, блядь, только сосать можно. Я не знаю, как... Уже игру только выпустили, уже такой дисбаланс, блядь, косячный. О, я отомстил. Вот видите, блядь, опять из чего меня ранили? Сначала из снайперки уебашили. Они, бля, вот, сука, пиздец. Ну, А, вот, можно взять. Это я напиздел что-то. Что-то я просмотрел. Кемперы тут, бля, вообще, сука. Но у людей все равно еще что-то третье можно брать, я помню. Что-то желтое говно какое-то у них. Может, это на другой планете? На этой нету? Да, ну, я-то кемпер известнейший. Ну нет-нет, валю людей-то все-таки. Блять, да. Автомат как-то может побыстрее стрелять, я не знаю. Бластер. Дайте мне, блядь, другой бластер. Меня заебало этот говно это. Ну это что-то карта какая-то неинтересная, тут даже техники нет. Там хоть роботы, ну пиздец, блядь. Одним ударом она убивает. Гриллис, блядь. Тут даже техники, то есть, какой-то нету. А там карта неинтересная, сука. Тупая. Да и это не лучше. Какие-то карты, блядь, вот две доступны, мне ни одна не понравилась. Если я в батлу зашел, там сразу увидел, как падает этот небоскреб, я сразу охерел. И сказал, что, о, вот это, блядь, огонь, нахер. В хардлайне там, блядь, башенный кран падает классно. Тут что-нибудь падает или что? Или нахуй просто бегают, стреляют, больше ничего не происходит. То есть я что-то не врубаюсь. Это настолько тупое говно сейчас происходит, что, блядь, пиздец какой-то, честно. Ради этого делать какую-то игру на хорошем движке с оптимизацией, чтобы, блядь, играть в такой примитивный говношутер, что ли? Кому это нахуй надо вообще? Это, блядь, все равно, что этот игру, я уже говорил про нее, блядь, этот... Терминатор-то ПВП, ё-моё. Сука, где люди против роботов, нахер. Это еще примитивнее, чем Counter-Strike. Такое говно просто охереть можно.
Если играешь за терминаторов и набиваешь там 20 фрагов, можешь Шварценеггером сыграть. Если за людей набиваешь 20 фрагов, молодец. Там Шварценеггера нету у людей. Кайл и Риза сделать не догадались. О, гранату кинули, молодцы какие. Я даже нихера не улавливаю. Где наши, блядь, где не наши здесь? Бред какой-то. Вот когда музыка заиграла, значит, вроде какой-то герой должен появиться. Я в прошлый раз с утра играл, пока перед работой, видел Дарт Вейдера. А это бомбу сбросили, короче, надо ее разминировать, походу. Да, я сделал, ой, я красавчик. Надо теперь ее задефить, что ли? Да, дефин. Ой, ёб твою мать, прислась. Спрячусь за бомбой, авось не сдетонирует. Не влез, не влез. А он себе уже пак прокачал. Но это, я понимаю, это актуально стало. Раньше в Battlefield, допустим, заранее класс выбрал, у тебя там заранее есть какое-то оружие, и ты с ним играешь. А теперь, то, как ты нагибаешь, зависит от того, насколько ты задрот. То есть, какие ты себе пушки назадрачивал там. Вот, то есть, теперь, то есть, побеждают те, кто долго и успешно играет. Видите, у него, блядь, как он может прыгать классно, высоко. А, сука, косая. Ну, чуваки, они ж сейчас заберут и пиздец. Какая сволочь Грену кинула. Оп, хедшотик. Ну, самый, конечно, проверенный вариант — это сесть и сидеть ждать. Сесть и сидеть ждать — это лучший вариант для любой игры, мне кажется. Срабатывает безотказно. Блять, я ж попал. Ну и гранаты нагибают, как в олдфажной батле, блядь, 1942 года. Там тоже, что не граната, то миллион фрагов. Ну такая, блядь, заруба, я не знаю, ну посидеть там, с работы пришел, пиво взял, блядь, друзей нахуй в охапку, и угорать, ржать над тем, как, блядь, смешно и просто играть. Все играют как лохи, практически все, поэтому то, что вы днище, никто и не заметит, блядь, тут все такие. Игра, ну, тут даже нечему учиться, я не знаю, тут нет какого-то, нет каких-то таких элементов, блядь, которыми невозможно, которыми нужно вот овладеть, там, я не знаю. Просто бегаешь и пью-пью-пью. Ну, может вот прыгать надо будет круто, когда прыжок появится, чтобы прыгнуть куда надо. Я-то до прыжка, скорее всего, не доживу. Блять. За родину, за Сталина, ёб твою мать. За родину, за Вейдера. В жопу Вейдера, за Сталина, нахуй. Кто такой Дарт Вейдер по сравнению с Иосифом? С Кобой. О, сзади убили. Ну, понятно. Он, наверное, первым... Ой, а что тут? 7 на 7 всего играем? Не, давайте-ка на другую карту. Что тут уныние какое? Тут никто не играет, потому что здесь нету техники. Основная фишка этих игр — это летать на самолетах, насколько я помню. Мы тоже угорали с космической карты, где по космосу летать надо было. А вот здесь, вот на этой карте можно вот сразу выбирать вот этот... Прыгалку сразу, да? Вау. Да, смотри, как классно. Сука, да ты чё, бля, Борис, хуй попадешь, че ж такое-то? Вот, я... Игра, может, и неплохая, но просто на фоне батлы она выглядит, ну, примитивно. Конкретно примитивно, причем. А если с Rainbow Six новым сравнить, то это вообще каменный век, конечно. Ну, серьезно, ну вообще нихера нельзя делать. Это что такое? О, джедай, джедай, ёпта. Эй, джедай, на пиво дай. Это причем, мне кажется, никто иной, как, блядь, Сковородкер, не? Кто это был? Подрачивает тут. О-о-о, тихо, полегче, полегче, чувак, эй, успокойся. И что, он долго тут сидеть будет? Чувак, смотри, кого я нашел, Честно, я старые Звездные войны смотрел один раз, и то очень давно. По-моему, это Люк Скайуокер, но я могу фатально ошибаться. Так, нашего подельничка убили. И упрыгал, смотри, следующего в спину убивать. Вот демон какой, а. Да, ну вот эта карта поинтереснее, конечно. Та-то маленькая, а здесь вот сразу и народу 20 на 20, блядь. И техника какая-то ходит интересная. Но она далеко, правда, ходит, но потом придет.
На тебе посраки, ёпта. Бля, хотел гранату кинуть, забыл, что у меня этот рюкзак. Да, я еще одного замочил. Сколько у меня счет? 2-0, ёпта. Тащили те, тащили те. Снайперку. По-моему, я ему в ноги попал все-таки, а? Enemy defeat, смотрите, 3-0. Вот, берешь снайперку и... Бам, блядь. Сука, привычка пытаться ствол переключить на единичку меня постоянно подбрасывает теперь. Кто там еще есть? Ранил, из автомата добил, готов. Следующий. Я говорю, снайперка, блядь, тащит. Мы, я играю белым чуваком, он в снегу вообще не виден, а повстанцы заметны. Какой хитрый штурмовик в засаде, да, засел? У нас 4 робоципа, у них... А, у них 4... О, корова наша. Возьмите меня на борт, пожалуйста, дайте мне поиграть на ней. Бля, вот, конечно, тот, кто сочинял... Джордж Лукас, да, по-моему, сочинял эти звезды? Я, блядь, не помню. Ну, сука, ну что ж союзники-то вафлероты и ничего не делают? Короче, я не знаю, какой, вот какой нахрен злобный гений мог придумать... Такого... Такой танк вот этот на четырех ногах. Вот, сука, вообще непонятно его, блядь. Вот нахрен он нужен? Ну, просто бред. Если было бы актуально, такой танк был бы у Гитлера, я думаю. Если у него что-то не было, значит, не актуально. Бля, как трудно из этой херни стрелять. В жопу. Прыжки прикольные, на Титанфол похоже. Эй, да хотя бы ассист, я ж стрелял. Там кто-то себя подорвал, наверное, в поясе Шахида. Чувак. Все, победа, что ли? Ну, хрен ли. Я зашел, сразу победа. Сколько мне на фрагов-то? Бля, как в технику сесть? Я нихера вот не понимаю. Даже на самолете ни разу еще не летал здесь. Бредятина полная. 5-1, ну че, я, бля, затащил. Может, после 10 фрагов технику не дают? Да не, они постоянно летают. Чушь какая. Ну а теперь посмотрим на игру глазами от третьего лица. Но это, конечно, вообще немножко детского сада. Почему нельзя было сделать игру просто с интересной компанией, вот с такой графикой, на вот этом же движке, потому что, ну, смотрится-то хорошо. Смотрится-то вообще волшебно. И не лагает. Вот чё-чё, а на оптимизацию... Насчет оптимизации никаких претензий. Обалденно. Но все претензии, конечно, к интересу этой игры. Как они сюда прыгают. А у меня вот в этот раз нету никакого джетпака, ничего такого. Не могу ни прыгать, ничего. Граната есть. Вот она полетела. Обратите внимание, как... О, отлично. Эй, блядь, да что ж такое-то? А, им уже корову дали. Ну, вообще отлично. А ничего, что она в снег зарылась? Она что, жива еще, что ли? Вот. Непонятно, почему у одной команды за одну сторону играешь дают джетпаки, а с другой стороны... Возможно, я что-то просто еще не знаю. Сука, в ответку грену. А, я помню, что это был первичный скилл контры 1.6, когда перед тем, как начать стрелять, присядь на колено. А потом появился другой скилл. Лево-право надо носиться, когда стреляешь, то есть, чтобы в тебя сложнее было попасть. Но здесь нету динамики движения, очень медленно. Поэтому дрочить лево-вправо здесь практически бесполезно. А насчет приседаний не знаю, может быть, какой-то смысл в этом есть. Вон. Убил же я врага сейчас. Сука, лови, тварь. Хрен там плавал. Врагу не сдается наш гордый варяг. Меня, по-моему, камнем убило по голове, нет? В черном цилиндре. В белом цилиндре. В наряде старину. Где, бля, как в технику сесть? Как сесть, сука, самолет? Как тут написать, в чат спросить? О! Блять. How to sit in airplane. Ща посмотрим, что ответит. Бля, пиздюк. Нечестно, я пока... А, у него пулемет круче.
А, вот мне дали вот эту фигню, видите? Вместо джетпака у меня он какой-то персональный щит. Персонал щит, он что дает-то хоть? А, ничего не дает. А, наверное, какую-то кратковременную защиту включает. Не очень интересно, по мне так прыгалка лучше. Ну, она может не лучше, но она интереснее смотрится и играется. Куда-нибудь запрыгнуть к врагам, это всегда круто. А, можно устанавливать здесь какие-то стационарные пулеметы. Бля, не успел щит включить. Сука, попал в засаду. Бля, надо юзать, наверное, чаще возрождение рядом с партнером. Так, а если я на своей супермышке? А, технология Блади здесь не работает, кстати. То есть мультиклики. Да ёб твою мать. А, это не наша? Странно, я думал, мы силами зла играем. Или тут роботы у всех одни и те же. А, блядь, мы же теперь люди. А у людей где танки какие? Корова чья идет? Тоже не наша, что ли? Блять, вы посмотрите, как он стреляет. Из чего? Че за пулемет у него такой? Это, блядь, фашистский, сука, МГ-42, наверное, ёб твою мать. Он просто стоит, бля, и хуярит без промаха. Без разброса, причем все точно в цель летит. Ну это первые задроты, а что вы хотели? Блять, пиздец, какой у меня-то автомат просто бесполезный, ёб твою мать! То пушка, то хуюшка, блядь, что за хуйня? Сука, как мне сесть в робота, я нихера не понимаю. Бля, бред какой-то. Сука, вообще не врубаюсь. Как они в самолетах? Ну это, наверное, блядь, как в War Thunder. Кто первый взял, тот и летчик, ёптать. Летать, наверное, охуенно. Только на полеты, наверное, вечная очередь, вне зависимости от того, умеешь ты, блядь, не умеешь. Опять этот пулеметчик нарисовался. О, я его завалил. Как его автомат подобрать? А здесь что, походу, блядь, всегда засада, что ли? Это какая-то другая карта? Какой-то клочок карты? Почему-то нету возрождения рядом с союзником. Чудо. О, блядь, это еще не наше вообще. Классно. Orbital Strike Incoming, ёптать. Я успел унести свою жопу. Может, где-то здесь они в самолет садятся? Нет, тут нихуя. Вот 10 опыта за выстрел дает, обалдеть. Надо и в кабину стрелять, чтобы пилота убить, наверное. А может по копытам? Я помню, что главная фишка этой игры, судя по видео, это прилететь на самолете и связать этому шагоходу, блядь, ноги, чтобы он упал. Но как это сделать, блядь, когда даже хуй поймешь, как самолет садится? Это, конечно, вопрос. Вот там не Дарт Вейдер в черном плаще пробежал. Он. Лови грену, Дарти. Где он хоть? Дайте посмотреть-то. А, я ее завалил одного. Пиздык. Опять. Ну, пиздец. Вот у меня счет, наверное, 3-10, да, уже? 4-10. Потому что, бля, постоянно меня убивают. Это то корова, нахуй, то, бля, еще какое-нибудь говно. И в ответку-то хуй что сделаешь, а, бля, просто не знаю, че... Чем отвечать-то? Садиться вот в эти, бля, башенки ссаные, да кому и нахуй нужны? Смешно же. А, он вообще ничего не делает. Опа, пошло нахер. Ка, бля, как вовремя я сдриснул. Да, как же жутко мне не везет, ебать, на этой карте пиздец полный. А, да. О, блядь, вообще шикарно. Вот раньше как было в батлфилдах во всяких? Нашел, где танк стоит, блядь, стоишь, ждешь, респанулся, сел, полетел, все.
Тут что-то, блядь, хуйня какая-то вообще непонятная. Как летать, что летать? Вот, сука, как взлететь на них? Полетели, блядь, говно. А что здесь? Блять, уже из пистолета убивают. Я хуй его знает как. Наверное, это просто лучший пистолет. Пиздец, не успел появиться, как сработало термальный импуллер какой-то, блять. Хуй его знает. Ботов каких-то активировали, ну и нахер они нужны. А, о. Давай, ёпты, пошел в атаку. Руби робота вон того. Отрежь ему ноги. Своим сварочным мечом, блять, или как там, световым. Отвлекаю огонь на себя, давай, Скайуокер, мочи его. Интересно было бы, конечно, сыграть тут за джедая, или за злого джедая, блин, за этого, за Дарт Вейдера, но я не знаю, где и как получить возможность это сделать, просто поэтому, скорее всего, в этом видосе вы не увидите, как круто можно ебашиться на световых мечах. Ого, дед побежал. А, бля, о, нихуя себе. А он оказывается, как этот, как, бля, бравый, этот, будённый, сука, в атаку, бля, своих повёл. Бежит впереди Дарт Вейдер, и за ним, бля, его эти штурмовиков еще пачка. Ой, блядь, да уж. Сука, что происходит? Ну, нихуйня, бля. А, если, короче, вот этот говна, блядь, ход дойдет до нашей, короче, какой-то херни, мы проиграли, да? Блять, феноменально. Да, пиздец, я просто не ебу вообще. Настолько примитивная хуйня происходит, блять. Просто невозможно в этом говне разобраться. Блять. Мне кто-нибудь что-нибудь ответил вообще насчет того, как, блять, сесть в этот ебаный самолет? Вообще нихуя не понимаю. Да пошел нахуй, дай написать, блядь. Вот так, чтоб всем, блядь, видно было. Сес, Букуте где-то проебал. О, они еще возрождаются рядом, как это мило, ебать. Блять, откуда? Что происходит? Я ебу, как вот эти штурмовики с пулеметами нагибают по-страшному. Это просто пиздец. Ну, в принципе, и по фильму людей тоже нагибали штурмовики. Так что все, в общем-то, достоверно и происходит. Я так понимаю, что за людей на этой карте, блядь, лучше вообще из гаража не выходить. Там, сука, ебут во все щели. Роботы, блядь, киборги, всякая херня, что угодно. Не, ну графика, конечно, заебись. Вот как человек нарисован, вообще классно. Вот мне все нравится, кроме геймплея тупорылого, блядь. Ёб твою мать. Что ж такое-то, блядь, три шага не пройти. А есть что за черный ход? Ёб твою мать, да сколько входов на нашу секретную базу, ёб. То-то они по ней ходят, как, блядь, как по Арбату, сука. Угомонись, ёб ты, дружище. Блядь. Постоянно, сука, хочу оружие переключить на единицу. Какой мудак сделал бросок гранаты на единичку? Граната это Г, блядь, всегда была, сука. В контре это четверка. Тройка, по-моему. И пятерка. А тут, бля, единичка. На единичку всегда был нож, либо автомат. Все, я не знаю других комбинаций. Опять же, да, походу иду, вот, судя по музыке. Вот, сука, свободный робот серый горит. Как его сесть, где он, блин? Хоть на карте бы обозначили, что вот здесь есть робот, можно в него сесть.
Да срабатывай щит-то, ёбаный, чё он не включился, ты дерьма кусок. А, они еще и пушки свои автоматически здесь понаставили. Ну это вообще молодцы. Куитация. Я на самом деле уже не пытаюсь воевать, я пытаюсь, блядь, бегать и понять. Как сесть, блядь, в какую-нибудь технику, это что за говно? О! О! Подобрал с земли какую-то хуйню, мне дали самолетик. Ну все, пиздец, держитесь, ёб твою мать. Чё за стыд? Чё за звуки, бля, такие? Да, скорость полетов просто для даунов, для каких-то, блядь. О, можно ускориться. Обалденно. А тройка это чё? Хуйня какая-то, не знаю. Скажи, что ты, блядь, взорвешься сейчас, нахуй. Бля, как очень неудобно играть на мышке, летать. Это просто беда вообще. Есть какой-нибудь вариант управления? О, стрелочки. Инверсия стрелок не сделана, конечно же. А, и стрелять на пробел. О, я лучше, блядь, на стрелочку буду, ёпта. Где враги-то, ёпта мать? О-о-о-о-о-о-о-о, вот она, бля. Где? Сейчас я, сука, спеленаю этого, бля, пидораса. Давай нахуй рули, ёб твою мать. Ну пиздец, блядь, отлично, да пошла ты нахуй. Хуйня какая-то, блядь, не игра, по-моему. Ну, сука, реально, для, блядь, для пятилетних, ёб твою мать. Ну просто, бля, пиздец, сука. 7.20. Да насрать мне, что 7.20. Можете хоть обписаться, что я играю как днище, блядь. Ну тут, наверное, все, блядь, профессионалы, кроме меня. Мне вообще насрать. Просто, блядь, игра тупая. Просто тупое, блядь, вообще примитив, говно, блядь. Я не знаю, где вот этот чувак взял полет на самолете перед тем, как он сдох. Хуй поймешь, как это все тут делается, бля. Я не знаю, почему не сделать просто аэродром, чтобы люди оттуда взлетали, чтобы постоянно была какая-то война на технике. А, война на самолетах, блядь. Потому что играть с солдафонами в эти перестрелки пиу-пиу-пиу, это, блядь, ну полная хуйня. Ну серьезно, бородище какая-то полнейшая. Не, говорят, что игра найдет своих фанатов. Конечно, найдет. Среди тормозов, детей обязательно найдет. Больше она, более, но больше она нахуй никому будет нужна. Я сомневаюсь, что будут сидеть какие-то взрослые мужики и, блядь, пойдем в Star Wars поебашимся. Классно, весело, бля. Опять за этих долбоебов, ёб твою мать. Вот, короче, я херу знаю. По мне так геймплей, ну просто, блядь, отстал от жизни лет. О, вот он, блядь, спиздил самолет. А вот, смотрите, шагоход. Хуй тебе, блядь, пошел нахуй. Я буду на роботе. Сука. Давай, робоцып, ёпты, пошли. Вот просто, я не знаю, вот эти самолеты и роботы, они лежат на земле. Ну это такой бред, блядь. Так, это ракета. А это чё? А это залп какой-то. Сука. Эти звуки выстрела, бля, они вообще, не знаю, самолет, блядь, с каким-то пердежом стреляет. Ну где там враги-то эти? О, я кого-то ёбнул. Вон на земле опять лежат эти плюхи, никому не нужны. О, еще одного мочканул. Да, быстро этого робоцыпа. А, меня, блядь, нихуя себе. То есть, теперь, чтобы... Подождите, то... Нахуй, я дар речи потерял. То есть, он что, превращение в джедая тоже на земле подобрал, что ли? Это что вообще за бред такой? Как в начале игры, блядь, джедай появился? Что за хуйня? Я тоже хочу быть джедаем. Где он его берет? То есть надо, короче, запоминайте, где что берется. О, у этих самолетов побыстрее летает. А на три что за волшебная палочка? А, нихуя себе.
Так, где враги-то, ептать? Нет, вот у этого самолета скорость нормальная, а вот прошлый был вообще инвалидный, я охуел от такой скорости. Вот к этому вообще претензий нет, вот он летает как надо, мышкой можно успевать рулить вообще классно. Я даже, бля, врага не успеваю найти. Так, вспоминаем, чему научил War Thunder-ские самолеты. Летим лоб в лоб, блядь, на врага, берем на понт, оба разбиваемся и нормалек. Бля, как вот вообще вот это говно в воздухе держится? Это ж просто, бля, я не знаю. Вражеский самолет уже пропал с горизонта. Бля, как на этом трудно летать. Они... Вот на мышке, бля, вот на стрелочках хорошо, на мышке на нем летать просто борода. А проблема стрелочек в том, что они не инверсированы. То есть, если я сейчас в землю уебусь, это будет только за счет того, что... А игра английская, я тут инверсию хер найду. Так, ну и долго я буду летать-то как осел. Я так понимаю, что вот это истребитель, а тот самолет, который у меня был в прошлый раз, он какой-то то ли бомбардировщик, то ли антишагоход, может, он был какой-то медленный. А этот прям носится. Ну, блядь, в воздухе вообще кроме меня никого теперь нету. То, блядь, одни самолеты были, то никого. Как-то медленнее-то можно летать? А, вот. А, понятно, скорость регулируется. Я думал, газ сбрасывать на Ctrl или на колесо мыши, а оно на WS. Неудобно. Охуенно. Из чего хоть меня ушатали? Я убил сам себя? Каким хреном? Я слишком медленно летел? Я слишком медленно летел, в итоге умер. Ну вот, с этой стороны появляетесь, сразу вот здесь лежит вот эта хуйня. Подходите ее, забираете, блядь, и вперед летим. Так, все, я понял, убираем скорость. Убираем. Вот и чувак какой-то, бам. Замочили. Полный вперед. Здесь, сука, разворачиваемся. Скорость убираем. Второй заход. Где они? А хуй его знает, где они. Блять, я понял. Это из-за убогой планировки самолета. Он сам так кругленький и маленький, зато крылья вот эти уебанские, вертикальные, они, блять, землю, сука, задевают. И причем не рассчитать нихуя, потому что снизу эти ссаные полоски, блять, их закрывают. Сука, говнище убогое. Борода какая-то. Знаете, чем мне нравилась батла? Вот больше всего мне нравилась или батла, или колда, я в них путаюсь. Это полетами на вертолетах. Вот охрененно классно было ебашить танки с вертолета, людей, джипы, машины. Вдвоем с другом сели на вертолет, блять, один рулит, второй мочит. Это было круто. Здесь такого нету, поэтому... Поэтому мне, блять, вряд ли будет интересно играть в эту херню. Ну, полеты на самолетах здесь, но они вообще не интересны, я не знаю. Ну, по сравнению с батлой, ну, это все... Все как-то фуфлыжно. Если, ну... Ну, для конченых фанатов Star Wars, блядь, которым похуй во что играть, лишь бы это называлось Звездные войны, вот им эта игра понравится. Для остальных, ну, блядь, не знаю, ну, графика ничего, может, да, все. Но играть в это говно неинтересно. Серьезно, это через час надоедает. Это не новая игра, это, блядь, ремейк старой хуйни, по-моему. Вот, то, что ничего в геймплее не изменилось. О, опять этот ебанько вылез с мечиком. Быстро его сложили. Музыка доиграть не успела, он уже сдох. Ну, что такое-то? Раньше тут джедаи поживучие были, по-моему. О, нихуя он медитирует. Тогда же мастер Йода не умел. Ой, короче, понятно все. Больше как-то играть уже не хочется, уже что-то она поднадоела. О, блядь, базука, дай-ка уебу кому-нибудь с ракет-лаунчера. Ну-ка, суки, вы где, блядь? О! Ну-ка, стопэ. Мимо, блядь. Не зря ракетницу взял, да? Да. Ликвидируем их базу. Что там в этот раз? О, все, уже и народу нету 20 на 20. Уже 15 на 9 играем. Кстати, тут никак в батле, в другую команду хуй перейдешь, на самом деле.
А народу мало, потому что всем надоело, все играют в бетку минут полчасика и выходят, потому что уныло. На мой взгляд, уныло. Можете меня обосрать, но, блядь, это мое мнение. Игра скучная, как просто пиздец, я не знаю. Скучная, как, бля, как, не знаю, как уроки в школе по какому-нибудь, я не знаю, сука, блядь, даже уроки в школе интереснее, чем эта игра. Мне даже сравнивать не с чем, она просто, я не знаю, отстала от жизни лет на 15, вот. Ну, просто новую графику сделали в старый Battlefront. Ничего нового не появилось. Поэтому охуевать от того, что это новая игра, блядь, какая-то вышла, я не буду. По мне это борода. Я бы покупать не стал ни за что на свете. Все, короче, пишите, жмите.